В городе проходит голосование по двум проектам «Комфортная городская среда» и «Мой любимый город». Жители участвуют активно. Всего по двум направлениям проголосовали 12 585 человек. По проекту «Комфортная городская среда» лидирующую позицию занимает территория парковой зоны между первым и вторым микрорайонами. Но жители выбирают для благоустройства и другие объекты. Ну, наверное, парковая зона, вот этот мир со святителем и дворцом молодежи, надо бы, конечно, тут и больше людей будет собираться. Ну, в смысле, какие-то мероприятия будут проводиться. Побольше скамей, чтобы люди отдыхали. Ну, что там? Ну, так, посадить что-нибудь. Ну, деревца какие-то там красивые. Ну, цветочки красивые, чтобы было. По проекту «Любимый город» – это реконструкция центральной парковой зоны. По нему собрано свыше 11 тысяч голосов. И вот мнение горожан. Я бы высказался за реконструкцию сцены. Сцена, с моей точки зрения, находится в наиболее плачевном состоянии и наиболее требует, реконструкции и ремонта. Голосование продолжается. Оставить свой голос можно на сайте desnogorsk.admin@smolensk.ru, в интернете на площадках Десногорск пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте и по адресу desna-press@admin-smolensk.ru. Уважаемые десногорцы, принимайте активное участие в голосовании. Давайте сделаем наш город лучше.